Салютенции, дорогие друзья, с вами Лур Лемур, и добро пожаловать на выживание по игре Subnautica Below Zero. Да-да-да, на летсплей, точнее, что-то меня так странно начало штормить, потому что я снимаю подряд, и у меня уже 4 часа утра, наверное. Вот, значит, скрафтил я из магнетита два дополнительных, ну, еще одно дополнительное увеличение зоны сканирования. Посмотрите, сколько у меня... Это все месторождение серебра. Притом я серебро добыл, будь здоров. То есть мне этого хватит еще очень надолго. Зачем я это все делаю? А чтобы сделать наконец-то ребризер. Сейчас я смогу сделать комплект проводов. И у меня будет ребризер. Теперь я смогу наглым образом плавать дольше, чем можно. То есть подольше будем плавать, и это круто. Дальше я хочу сделать вот эту пропульсионную пушку. Эта штука мне реально нужна. Даже не спрашивайте зачем. Чтобы притягивать или отталкивать нужных мне рыб. Реально полезная штука. Потом, что я еще хотел бы сделать? Я далее хотел бы уже приступить к поиску более интересных вещей. Например, комплект проводов мне еще надо сделать, чтобы сварганить вот большой комплект, расширенный комплект. Так, образец пластинчатого коралла. Давайте зададим запрос тут. Так, посмотрим. У нас есть тут образец ломки, выступ золота. Это нам не нужно. Так. Образец... Что-то мне вот не показывает, к сожалению, образец пластинчатого коралла. Видимо, мне придется это искать самому. Но это мне реально необходимая штука. К сожалению, что-то мне сканер вот это вот не показывает. Он, видимо, только минералы ищет, а это будь здоров, ищи сам. Ну, на самом деле... Да блин, иди нафиг. Не трогай меня. Я бедная женщина под водой. Так, ага. Надо добыть... Этот самый пластинчатый коралл. Сейчас мы этим и будем заниматься. Вот так вот. Мне карту местности на этой штуке не нужно рисовать. Мне она... Я никогда на нее, кстати, не ориентировался. Я не знаю даже почему. Кстати, ребризер у меня, да, одет. Теперь я спокойно могу плавать. На глубине уже помедленнее, теряя кислород. Это реально полезная штука. Но что-то пластинчатый коралл я здесь не вижу, чтобы он прямо был. И, пожалуй, это будет одним из самых сложных заданий, я имею в виду сложных ресурсов, потому что он нигде, черт побери, его не отображается. А укусить меня или ранить меня по-прежнему все хотят. Все глубоководные настроены прямо на это. На жесткое такое наказание. О, я нашел. Ура. Да блин, брысь отсюда. Рыба. Злая рыба. Так. Плывем дальше, ищем дальше. Нам этого добра понадобится как можно больше. О, что это? Фрагмент морехода. Мы его сканировать не будем, потому что фрагментов морехода у нас пока что хватает. Лучше кислорода глотнем и будем прочесывать дальше. На самом деле это довольно любопытный процесс. Ой, все, сейчас нам будет шандец. Наваляют, блин, наваляли. Ох, мне отняли немало здоровья. Надо будет крафтить теперь аптечку и хилиться. Реально, тот будет теперь хилиться по-хорошему. Хорошо, что эти образцы пластинчатого коралла еще красным светятся. Благодаря этому можно неплохо так выжить. Точнее, их найти. Так. Всплываем. Всплываем как можно скорее. Ну, кислорода мне, конечно, хватит. Вот. И сделаем расширенный комплект, так сказать. Welcome aboard, Captain. Ну, все.
расширенный комплект, так сказать, инструментов. Сначала микросхему. Теперь у нас это есть, теперь нам требуется золото. А золото, я помню, у нас тут навалом. Мы прям богатеи. Ха. Так. Это есть. Далее смотрим, что нам нужно для нашего морехода. Да, в этой серии мы будем крафтить уже мореход. Непосредственно сам. Ой, ё-моё. Мне требуется два комплекта расширенного. Два расширенных комплектов проводов. То есть это дофига ресурсов. Но давайте мы сначала поищем нечто другое, что мне показалось более интересным. Вдруг есть более новые эти фрагменты, которые нам помогут в наших исследованиях. Поэтому я сразу сейчас отправляюсь на поиски ящика с данными. Он должен быть прямо здесь. Прямо подо мной, а? Только посмотрите на это. Текс. Я его уже открывал. Че он мне его заново показывает? Тогда давайте возьмем уж сразу это. Это нам понадобится. Так, я подозреваю, его я тоже вскрывал. Вот здесь то, что было. Я надеюсь, что нет. Да, его я тоже открывал. В таком случае он мне показывает уже вскрытые. Это неинтересно, мне нужно не вскрытые. Так, золото у нас есть. Серебро у нас есть вроде бы. Как бы. Нет, серебро у нас закончилось. Придется за серебром еще плыть. Да, точно придется за серебром плыть. Но сейчас это будет уже не проблема. Сейчас мы это сделаем. Довольно быстро, кстати говоря, потому что с добычей серебра у нас проблемы закончились. Да, он мне показывает два уже обнаруженных ящика с данными. Серебряная руда. Ну-ка, просканируй. Я так понимаю, непосредственно самую серебряную руду он нам не покажет, но ломкий выступ серебра, пожалуйста, да. С этим у нас проблем не должно быть. Так. Вот, зато мы знаем, где у нас ломкий выступ серебра. Текс, хорошо. Новые чертежики, возможно, мы не скоро получим. Но, по крайней мере, выступы серебра нафармить сможем. Буль-буль-буль. Так. Где же ты? Где? Без тебя, дорогое наше серебро, мы не скрафтим. О. Титан. Кислород. Опа. Блин, еще и вода заканчивается. Точнее. Так. Ну-ка, ну-ка. Интересно, а мы можем сделать халявный кофейный аппарат? Чтобы не бегать за этими животинками. Хотя кофейный аппарат больше дает нам возможность согреться, нежели там, ну вы поняли, нежели нас насыщает. Да, я понял. Я понял, что серебро скорее мы добудем здесь. Скорее мы сейчас титана добудем. Боже, не люблю вас, этих акул. Так, я надеюсь, что все будет нормально. Да блин, сколько у меня серебра? Хватит только на один этот. Ну что ж, поплывем, поплывем. Дальше. Добывать его.
Я сейчас точно, наверное, попаду в какие-нибудь глубоководные дебри. Все-таки ребризер помогает. Ребризер, безусловно, помогает. А, блин. Отстаньте от меня. Я невкусная. Так. О! О! Инопланетное святилище. Это уже интересно. Я думаю, скоро мы туда отправимся. Только я не хочу туда отправляться на одном кислороде. На одном добром слове, так сказать, не то. Мне... Я просто уже играл, и мне точно не хватит кислорода туда. Может и хватит, но я не хочу рисковать. Настолько рисковать. Все, у нас серебра, блин, хватит на очень долго. Ух ты, сколько, как он мне много серебра-то нашел. Ой-ой-ой. Что-то я запутался. Мне надо отсюда выплывать. Но прежде я, конечно, пошалю. Ух. Серебра, конечно, мы накопали, будь здоров. Теперь нам понадобится свинец. Ух. И вода нам понадобится. А вот и вода. Блин, инвентарь полон. И серебро я не хочу выпускать. Так, выключим, иначе он энергию всей базы сожрет. Ну-ка. Золото. Да блин. Не хочу я переименовывать шкаф. Угу. Так. Вот теперь дело пойдет повеселее. Микросхема требуется. Медный провод требуется, блин. Все. С расширенными комплектами инструментов мы вроде бы справились. Теперь нам понадобится стекло. Это тоже легкое дело, плевое. Так, плевое, но место мне тут освободить надо. О, блин, я забыл совсем про то, что я могу сейчас кинуть копыта. Аптечка. Мы ее захаваем. И, конечно же, благодаря чудесам инженерии мы создадим старую добрую гравипушку из Half-Life. Хотя она не совсем такая мощная. А тоже ничего. По крайней мере, за рыбами гоняться не придется. Так, ну-ка. Где-нибудь здесь есть еще жидкая рыба? Рыба-напитка, назовем ее так. Всего 4 жидкости осталось. Ты пойдешь в другое место. Так. Блин. Вся флора и фауна куда-то свинтила. Все. Я спасен. Жажда мне не угрожает. Ну, почти. Все-таки, вот видите, пропульсионную пушку полезно крафтить. Иначе бы я сейчас время потерял бы. Пока гнался бы. Ну и немножко хавчика сделаем. Все-таки голод тоже не тетка. Так. Все. Офигенчик. У нас теперь все есть. Все с собой, все при себе. А, надо будет скоро, кстати, рыбу половить для нашего реактора. Так, мне осталось добыть свинца. Свинец.
А, свинец. У нас есть свинец? В голом его виде, конечно, мы его, судя по всему, не найдем. Пока сюда не добавили. Ресурсы, то есть месторождение руды, потому что, по-моему, пока у нас нету костюма креветки. Да, костюма креветки пока нет. Иди нафиг, рыба. Нафиг, иди. Так. Надеюсь, мне сейчас... Блин. О, свинец. Так. Давайте на всякий случай затаримся и этим. Сейчас будет еще свинец. Офигеть. Все-таки комната сканирования рулит. Да, блин. Жалость какая. Ух, сколько месторождений. Вот они. Месторождения свинца, из которых выпадает, к сожалению, далеко не свинец. О, все, я думаю, пока что хватит. Сейчас мы быстро посмотрим, все ли у нас. Так, так, зависоны. Да блин. Долбанная рыба. Ничего, ничего. Я с тобой еще потолкую. Все. На мне осталось только стекло найти. По сути, стекло мы найдем легко. Его как мусора. Ну, давайте пошалим все-таки. Мне лень, на самом деле, самому сейчас бегать искать, поэтому сейчас мы кварц забацаем, его мне сейчас прям вот даст россыпь кварца. Где кварц? А, вот он, кварц. Что-то как-то мало. Он же был везде как мусор. А вот. Просто комната сканирования не быстрая, ребята. Она довольно медленная. И поэтому... такое и ждешь, пока тебе покажут. Где это? Чё? Так, сколько у нас кварца? А, хватит как раз на два стекла. Все, ребята, все, ребзя, у нас сейчас будет стекло, и мы наконец-то создадим мореход. Максимально быстро, настолько, насколько это возможно, блин. Я играю и делаю действительно неплохие такие шаги в игре. Все, у нас есть все ресурсы. Это ж круто. Все. Сейчас мы создадим наш первый транспорт в игре. Первый транспорт — это глайдер. Ну, глайдер — это почти транспорт. Посмотрите на эти квадрокоптерчики. С наноботами, наверное. Чпоник. Вуаля. Сейчас будет момент истины. Давайте сфоткаем. Отлично. Только вот что это за область такая, тут я не знаю. Все, вот такая вот крутотенечка. Давайте опять сфоткаем. Вот так вот. Круто. Вы только посмотрите на эту прелесть. Че, сзади заходить нельзя? Раньше можно было, теперь только сверху. У нас тут две батареечки, как вы видите. Если вы помните, у нас... мотылек выглядел иначе. Потому что это не мотылек, это штука покруче, чем мотылек. Это мини-субмарина такая в будущем будет. А это доступ к улучшениям. 4 улучшения. Их тоже мы будем крафтить. Сядаем! И превращаемся мы во властелинов глубин. Офигенная штука, да? Охрененная. Это круто, ребята.
С этой штукой мы можем реально глубоко опускаться, правда, на 200 метров пока что. Но это тоже уже что-то. Так. Но это еще не все. Чтобы опускаться глубоко к тем местам, которые мы хотим исследовать, нам надо построить вот эту штуку. К сожалению, у меня сейчас с собой титашки титана, точнее титана полно, но не так много свинца. Свинец. Точнее, мы можем ли мы сделать? Нет, мы не можем титановый сплав пока сделать. У нас тут всего одна рыбка осталась. Но зато мы можем добыть теперь все, что мы захотим, только уже безо страха, безо всякого кислорода я и заканчивается. Ну что ж, седаем и поплыли добывать. Так, сейчас у нас месторождение, так сказать, появится. Свинца. Чё, подождите, я, по-моему, поставил не то. Я, по-моему, поставил свинец, как свинец. Он меня как свинец не найдет. Мне нужны ломкий выступ свинца. Вот. Свинил у меня сейчас идет. Все, поплыли. Я теперь ничего не боюсь. Акулы мне не страшны, эти страшные, мерзкие. Ух, крутотень. Кислорода теперь сколько хочешь. Блин. Зато теперь все запасы свинца мои, в моих руках. Так, ну, неплохо. Есть свинец. О, когда вы подаете назад, у нас работает что-то вроде зеркала заднего вида. Кстати, удобная приблуда, сразу скажу. Я же как-то поподрел даже. Ух ты. Я даже, по-моему, без этого нашел. Без сканера нашел выступ свинца. Офигеть, у меня сейчас столько свинца будет и титана. Даже мечтать не мечтал так. Это круто. В следующей серии я, скорее всего, уже отправлюсь на исследовать базы предтеч. Хотя мне очень сильно хочется. Да. Иди сюда. Ты не сделаешь ничего толком моему кораблю. Точнее, мне. Кораблю-то, может быть, и сделаешь? Завали меня свинцом. Залей меня свинцом, детка. Так, круто. Вот этот мореход, вот даже не представляете, насколько офигенная штука. И это пока только сюрприз, пока только начало. Так. Пока только самое-самое начало, самый сок. О, давайте, кстати, туда мы так-то сами можем добраться. И давайте заодно и это просканируем. Получим немножко титана. Вот, так, а где наш? Вот он наш. Брысь, рыба, я тоже злой. Короче, сейчас я нажму на паузу, потому что я думаю, вы ловили суть, что я буду просто пока что плавать и искать свинец, больше ничего делать не буду. Так что вернусь после паузы. Итак, дорогие друзья, я достал все необходимые элементы для того, чтобы сделать стыковочную шахту.
чтобы мы сразу такие, значит, приплыли и смогли попасть внутрь нашей базы, ну, в смысле, при помощи нашего морехода могли попасть сразу внутрь. Почему я это делаю? Потому что, во-первых, это решит нам проблему починки нашего морехода, да? И давайте сразу мы разберем вот эту штуку. Так, отгоним наш мореход, потому что у нас врезаются различные рыбы и всякая шваль, чтобы можно было как бы не беспокоиться насчет починки. Кстати, мне надо бы похилиться по-хорошему. Значит, меня сейчас завалят. Будет не очень весело. Так, надеюсь, прочности хватит мне всей этой конструкции. Так, прочность 0,8. Вот это уже как бы немножко грустно. Так, мне здесь уже больше почти что ничего нельзя строить. По-хорошему невозможно разобрать. Так, ага, понятно. То есть мне вот эта штука нужна. Поэтому мне нужен литий. Есть ли тут литий поблизости? Лития нет. Но зато есть магнетит. С помощью него я смогу еще более расширить свою зону поиска. Но давайте попробуем сначала проверим мою гипотезу насчет починки морехода. И завершим на этом нашу серию, потому что я не хочу опять затягивать, делать серии больше 30 минут. Вот крутяк. Вот. Ух, какая девчина. Вот. Мореход заряжается, но не чинится. Похоже, мне придется сделать дополнительные инструменты для починки. Вот. Для починки это реально будет очень важно. У меня до сих пор нету то, чем можно чинить корабль. Это прискорбно. Кстати, вот. Я же могу сделать. Че я тут ныл-то? Отлично. И осталось сделать, как это называется, аптечку. Вот аптечки, с аптечкой у меня беда сейчас полная. Так, полная же. Так, мне надо поставить это вот сюда. И вот такое вот, да, устройство. Посмотри его, осмотри, детка. Ой. Вот. Пожалуй, мы можем отремонтировать. Все, теперь у нас мореход как новенький. На этом я завершаю нашу серию. Потому что у нас, как бы, уже пришел некий такой лимитец. И лимит времени. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Следующая серия тоже будет интересной, потому что мы отправимся изучать более глубокие стороны жизни, глубокие базы, предтеч и двигаться по сюжету дальше. И обнаружим новые, так сказать, чертежи. А может, я просто дальше доделаю необходимые вещи, например, аптечку. Все это, конечно, будет уже за кадром. С вами был Лур Лемур. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, а также не забывайте все-таки заглядывать в группу, хотя она и типа мертвая. Надо бы там запостить уже пост, что я вернул себе канал и что все вроде хорошо, жизнь продолжается. Тусуемся, так сказать, дальше. Вот. И все-таки подписывайтесь туда тоже, там тоже иногда бывают новости какие-то. Просто если будет большое количество людей в группе, мне будет вдохновение будет больше заниматься группой. С вами был Лур. До скорых встреч. Всем хорошей буль-буль-бульной недели.